Итак, друзья, наша самоделочка готова, останется ее собрать. Прикрутил к основанию три ножки на три винта с гайками-барашками и подложил три шайбы. Далее берем еще одно основание, устанавливаем. Для чего два основания, я чуть дальше расскажу. Затем вот такую крышку помещаю, она здесь идеально подходит. И сам фильтр помещаем. Все, наша самоделочка готова. Получилась так называемая кемпинговая печь, которая будет очень полезна рыбакам, охотникам в осенне-зимний период. При помощи данной печки легко можно обогреть небольшую палаточку и также разогреть кружечку чая. Ну и сейчас давайте более детально расскажу об ее конструкции. Почему здесь у меня применяется два основания. Печь можно обогревать либо вот такой свечкой, которая стоит рублей 10 и горит часа 2-2,5. Либо можно обогревать вот таким сухим горючим. Он горит очень быстро, где-то в течение 14 минут сгорает, но от него температура выделения очень и очень высокая. Для чего же вот это второе основание? Смотрите, когда у нас нет сухого горючего, есть свечка, допустим, вот в таком положении мы закрываем. Наша свечка будет, то есть находится вот на этом уровне. Следовательно, верх наш будет очень-очень слабо нагреваться. Один, конечно, здесь плюс, мы не обожгемся, но наша печка будет теплая. А допустим, если нам нужно поставить кружечку чая, к примеру, подогреть, то, конечно, это будет происходить дольше, потому что свеча находится низко, и наш верх фильтра нагревается очень слабо. Берем ножки вот здесь и вкручиваем их. Итак, вкрутил ножки почти наполовину. Теперь мы устанавливаем. Снизу также есть у нас забор воздуха. И помещаем нашу пластину вот на эти ножки. Все, поместили. Теперь у нас свечка находится, грубо говоря, почти под основанием верха. То есть закрываем. Все, теперь у нас свеча находится намного выше, и наше основание будет греться в считанные секунды. Так, закрутил ножки обратно, и давайте сейчас печку нашу затестим. Устанавливаю основание. Здесь устанавливаю крышку и свечку. Кстати, что касается вот этой сетки. Ее можно использовать либо как декоративный светильник, либо также она, я думаю, больше будет отдавать тепла. Конечно, это надо протестить со временем, но пока будем использовать без нее. Итак, поджигаем и накрываем. Все, наша печка начинает набирать температуру. Друзья, наша печка горит где-то приблизительно секунд 30, и сейчас измерим температуру. Смотрите, нагревается 33-34. Температуру очень-очень быстро нагоняет. Это с учетом того, что сейчас у нас свечка находится в самом низу основания. То есть рукой мы уже не дотронемся. Вот здесь сбоку она чуть-чуть теплая. То есть вот здесь вверх, конечно, уже не дотронуться. И смотрите, в среднем 38 градусов. Это с учетом того, когда у нас свечка находится ниже. Если мы ее поднимем наверх, то, естественно, и температура будет тоже намного выше. Ну и давайте сейчас попробуем, протестируем сухое горючее и посмотрим, какая с ним будет температура. Все, сухое горючее разгорелось. И накрываем. Сейчас, я думаю, температура будет намного-намного выше. Ого, вот это да, 53 градуса, это еще не разгорелось, сейчас посмотрим чуть позже. Сейчас топливо разгорается, и температура, я думаю, будет еще немножко чуть выше.
Смотрите, 120 градусов. Если мы сейчас нашу площадку поднимем еще выше, то я думаю, у нас даже будет и до 200 температура доходить. То есть сейчас у нас горючий находится на самом основании. Понимаете, в чем удобство данных регулируемых ножек? То есть, когда у нас нет такого сухого горючего, такую же температуру, ну, конечно, не такую, чуть меньше, мы можем добиться при помощи свечки, если ее поднимем ближе к верху, вот таким вот способом. Но средняя температура вот в центре получается 116-120 градусов. То есть даже свободно сможем вскипятить кружечку чая. Друзья, вот такая мини-печь сегодня получилась. Я очень доволен результатом. Греет она хорошо. Тем более есть фильтра большие, маленькие. Кстати, что касается фильтров, то данный фильтр мне принес мой давний знакомый. Он заядлый рыбак, часто рыбачит зимой. И сказал, вот в интернете видел самоделку, сделай мне, пожалуйста, типа обогревать палатку. Принес вот такой фильтр, я не знаю, сказал от Волги, здесь масло, ну, наверное, литр в месяц. Как думаете, может быть такой фильтр от Волги или нет? Напишите в комментариях, мне даже самому очень интересно. В итоге я немножко переделал по-своему, если будете делать, то делайте на трех ножках. Так, печь намного устойчивее. И также здесь помещайте три шайбочки. Можно было, конечно, еще сверлить дополнительных дырок и там уже эти шайбы закрепить. И лучше их, конечно, закреплять на ножках. Тогда наш фильтр не будет проваливаться в основание. Ну и, конечно же, большим плюсом считаю то, что вот сделал второе основание. То есть при помощи него мы можем регулировать уровень подъема свечи. То есть чем выше свеча, тем сильнее нагревается верх нашего фильтра. То есть чем ниже свеча, то есть мы ее опускаем, то наш фильтр сверху будет нагреваться чуть слабже, нельзя будет обжечься. Вот такая вот получилась самоделочка. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!